Гурам Гутателадзе по прозвищу «Грузинский викинг» родился 1 августа 1992 года в Грузии. В год рождения Гурама в Грузии началась война. И именно тогда семья Гутателадзе переехала жить в Россию, а именно в Санкт-Петербург, а позже в Москву. Из России Гурам уехал, когда ему было 15-16 лет. Уехал он в Грузию, так как интересовался, как там на родине, какие там люди, как все там выглядит, какая ситуация. Более того, к этому времени грузинский викинг забыл родной язык, но без особого труда Гурам выучил язык. Российского гражданства у Гурама нет, есть грузинское и шведское. В Швецию попал через контакт первого тренера Таира Нариманова, у которого Гурам начал заниматься японским джиу-джитсу в 5 лет. Один шведский тренер приезжал в Россию, и вот тогда тренер Гурама в какой-то из моментов поговорил на тему, может ли Гурам переехать в Швецию к нему в зал и тренироваться там. Собственно говоря, так все и случилось. 2-3 года грузинский викинг жил в зале, спал на матах. Позже Гураму удалось получить паспорт гражданина Швеции. Долгое время у бойца не было ни тренера, ни клуба, ни спарринг-партнеров. Тренировался он сам, бегал по утрам, бил по груше. Кстати, Гурам в одном из своих интервью рассказал, что не было нормальной груши и он бил по дереву. И в это же время он работал по 16 часов в день. Позже на одном из турниров грузинский боец проиграл бойцу из знаменитого шведского клуба All Star. И именно после поражения последовало предложение переехать в столицу Швеции Стокгольм и тренироваться с такими бойцами, как Александр Густавсон, Хамзат Чимаев и многими другими бойцами. Гурама называют лучшим другом Хамзата Чимаева. Бойцы познакомились на спаррингах и с тех пор оба викинга идут рука об руку, что Хамзат, что Гурам подписаны в UFC. Только вот Гураму предстоит показать свой уровень ММА в самой сильной лиге мира. Гутателадзе имеет внушительный опыт выступления в кикбоксинге, около 100 боев. А что касается профрекорда, то у Гурама он состоит из 13 побед и 2 поражений. Большинство своих поединков Гурам заканчивал нокаутами. В ночь на 18 октября Гурам проведет дебют в UFC на бойцовском острове в Абу-Даби. Оппонентом стал экс-чемпион лиги КСВ в легком весе Матеош Гармат. Имеет 17 побед и 0 поражений. Пожелаем Гураму удачи в поединке. И друзья, не забывайте ставить лайк под видео. Всем спасибо за просмотр.